Недостроенные здания должны быть или достроены, или снесены. Ведь зачастую такие заброшки становятся местом сбора и подростков, приводя порой к травмам, и преступных элементов. В Озерецком начинали строить школу и детский сад, но так и не построили. И теперь пришлось демонтировать. По программе губернатора Московской области в рамках выявления объектов незавершенного строительства администрация Сергиево-Посадского района выявила 18 таких объектов. Работа ведется с начала 2018 года. На данный момент в Сергиево-Посадском муниципальном районе снесли 4 объекта. Вот этот у нас 5-й. Планируем в конце мая снести еще в деревне Дерюзино многофункциональный комплекс по выращиванию осетровых рыб. Там тоже весь комплекс мероприятий мы подготовили по сносу этого объекта. Ну вот, также мы сносим и этот школу, и детский садик. Было многократное обращение жителей с просьбой снести эти объекты, так как они представляют угрозу жителям. Здесь собирались лица неопределенного места жительства. Вот. В соответствии с совокупности с поручением губернатора и жителей, администрация муниципального района провела комплекс мероприятий по подготовке к сносу этих объектов. И на сегодня вы видите, что техника присутствует, происходит демонтаж объектов, потом будет благоустроена территория. И в дальнейшем будут учитываться пожелания жителей, что они хотят на этой территории иметь. Те недострои, которые уже нереально достроить, будут сносить. Строительный мусор и целые элементы уберет и вывезет фирма, проводящая демонтаж.